Надо будет... Всем привет, с вами Кирилл, и сегодня у нас будет реакция на сериал Кирилла Плей Ужасы, Боб Казино, Мелон Плейграунд. Давайте уже начнем. Курить немножечко. Так, что там курить? Надо будет покурить немножечко. Кто-то сказал слово курить? Да, тварь? Боб Казино, это не о том, что вы подумали. Что это за... позвоночник. Что это такое? Прикол. Ой, позвоночник сломала. Мама, папа, починюсь. Нет. Нет. Это что такое? Нет. Что? Нет. Нет. Что такое? Хе-хе-хе-хе, ты сдох, тупой извращенец! Хэшкари! А почему извращенец? Он уже ничего такого не делал. А теперь надо пойти через... на пляж. А куда она полетела? Надо будет порать еще на подростков. Йо-хо! Куда, куда, в стену? Блин, где сигарету найти, чтобы тетя Зинка спалила? Ах ты тупой алкаш! Деда утопила! Нет! Вот так так! Я Баба Зина, никто не имеет права трогать мою корзину. Какая корзина? Я самая умная на свете, понятно? Ту-ду-дун. Как хорошо на свете. Всех побеждаю. Ой, ты тупой дебил, что ты меня имеешь право? Кинез. Даже успел слова не успел сказать. Ой, откуда эта лавина появилась? Ладно, залезет. Сейчас бабку туда залезет и подохнет. Покупайте. Крисю, а она выдержала взрыв? Короче, тут массажик очень приятный для ваших костей. Она выдержала взрыв, а вот это она вряд ли сейчас. Сейчас наоборот дед прыгнет. Интересно, сколько стоит? 0 рублей, потому что мне надо платить. Чтобы не выживете. Ой, да, блин, я не верю, это я бессмертная. Что? Ну, не та самая Баба Зина. Да, я та самая Баба Зина. Мне будет конец. О, как хорошо. Башка за этого засветилась. Башку сейчас немножечко протаранила. Так у вас чересчур маленькая щелка. Докажи, что вы туда залезете. Нет, вы сначала залезете туда. Да, блин, докажи, что ты туда залезешь. Тупорылое говно. Полила говно. Полез, полез, полез. Залезай, залезай. Вот, видишь, ножки делят. Все, он уже сдох. Ну все, лезь дальше. Что у тебя там происходит, скажи. Нормально, наверное. Я пошла покупаюсь. Ю-ху, пи. Что, я пошла с дедом день рождения праздновать. Эк, хоп. Все, я приехала. Привет, женишочек. Привет, жена. Мы решили тебя убить, потому что ты нас уже всех достал. А ты всех убиваешь. И один раз на моей крыше моего дома скинула человека. Ой, да, блин, не переживай. Все будет хорошо. Нет. Хоп, файт. Деда сейчас несет. А ну-ка, ну-ка, пошел нафиг. Пошел нафиг. А теперь твоя, деда, очередь. Все, она деда раскидала. Я всегда была главной. Сочком. И короче, тебе. А я пошла в подъезд и поехала на лифту туда. Буду одна день рождения праздновать. Стоять. Я тебя не увидела. Да, я тут с твоим муженек, да? Я подставила этих клонов, и они хотели тебя убить. И теперь я тебя убью в одиночку. А теперь я достану сейчас свою пушеньку. Оп! Ой, как страшно мне из твоей... А он ее наоборот держит. И пушечки. Да я отойду подальше, чтобы тебя не разнесло, а меня со мной будет хорошо. Ладно.
Сейчас он подорвется назад. Прощай! Ай, моя рука! Прощай! Как прикольно, как он сказал, что смешно. Прощай, Америка! Йо-хо! А-а-а! Нифига там башка летит! Модем! Это как? Модем! Что я требую доказать? Ты не той стороной ее ставил! Ты дед старый! Ой, я полетела! Ю-ху. Куда они летят? Дождь из трупов! Тем временем трупы. Да, тем временем трупы просто Ю-ху. Лежат. Дедушку валила, дедушку валила. Чего? А теперь надо встретить самого злого старика этого района. Ахмед Ахмедовича. Оп! А теперь... Лёх! Всё, я самая крутая здесь бабулька. И теперь... А, вот и ты, моя врагиня. Мы все время дрались за моего мужа. Но теперь у тебя... У нас нет мужа. Ты что с ним сделала, тварь большая? Это кто? Это кто? Это разве удар? Вот удар! Ну и что ты мне сделаешь, что моя жизнь последнюю? Что ты мне сделаешь? А? Это мой муж был! И больше твоим никогда не будет, Зина! Боже. Я же Зина. А, Марина! Бедная, бедная Марина. А теперь... Бабки вообще бессердечные, она вообще бессердечная. Папа пошла домой. Пэм. Всем спокойной ночи, соседи. Я пошла. Пэм. Конец. Так. Продолжение скоро, продолжение скоро. Все, наконец-то. Уай. Скоро новой помощи. Какой красивый багажник. Багажник. Сейчас точно что-то сломается. Эх, какая, как хороша. Побереги. Про что я говорил? Бабка упала на тачку. Нет, ты что наделала, бабка тупая. Бабка сейчас убьет, эта бабка сейчас заобманет, убьет ее. Ах, ты тупой. Ну да, бабка себе сердечная. Так. А что это такое? Прикол. Это обычный день бабы Зины. Смеяться можно от видоса и от озвучки. Юху. Так, что? Стоять. Почему я лечу вверх? О, все. Каны в космосе. Офигеть. Я до космоса не пролазь. Ладно. Да ты что? А на какой она планете-то? Чё? В космосе просто ходит? А, это какая-то космическая база. Ну ладно, пойду туда. На Луне, скорее всего. Что у нас тут есть? О, а чё это за чубрик такой там странный? Я не удивлюсь, если там кто-то другой будет. Не иный пришеленец, а какой-нибудь другой. Здравствуйте, а вы кто? А я вообще не очень полицейский в космосе. Бабка Зинка в космосе. Ой, полицейский в космосе. Кораблем. Вы здесь как-то, мне кажется, незаконно. Да, конечно. Бабка в космосе. Паспорт. Ты что, офигел с бабкой так разговаривать? А, нифига она его ударила. Ты что, офигел с бабкой так разговаривать? Эй, я сейчас полицию вызову. А ну-ка полетела. Ты тупая бабка. А ну-ка ты сдохни. Я сейчас тебе пропаду, дам тебе сурок. Так разговариваешь. Ну дальше зачем она пол бьет? Я пошла дальше. Куда я упала? Да ты куда? Привет, бабка. Это была моя ловушка с полицейским. Ну что, анонима, что ли? Ну и что ты мне хочешь сделать? Это что такое? Это мой пистолет. Это разве пистолет? Пукалка какая-то. Пукалка. Говори так про мой пистолет. Ничего себе, бабка крепкая. Кура тупая. Так, я не поняла, ты чё мной тут раскомандовался? А ну-ка, что отсюда я? Бабка вообще прям держит, у неё пульки летят, она вообще... Живая. Всё, тебе кирдык. Ну да, сейчас этому бандиту будет жопа. Ну, про что я и говорил. А ты где? Трус тупой. Я за тобой иду.
Тупой трус. Ладно. Живи там. Может, мне это надо для прививки сделать? В стратосфере. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это ты что такое? Да! Это что за статуя? Печенька. Ой, что-то у меня разъезжали штурки. Ты что подвинулась, тварь? Сейчас еще немножко тебе штурки довязать. Только офигела! А если я вот так сделаю? Ну все. Так, больше двигайся ко мне, я сейчас заказно завяжу штуки. Ох-ох-ох-ох-ох. Че? Довязала. О! Охерела тупая! А ну-ка, свалила фигура тупая. У тебя там офигела. И сюда. И. Все, пойду дальше. Что тут дальше? Ты что такое, от планеты, что ли? Хорошо, сейчас до конца летит. Дойти, чтобы дойти до телепорта. А ну-ка, отошла отсюда. Там у тебя своим серебряной головой работаю. Что это качок какой-то? Тебе даже теряет голову. Блин. А ну-ка, свалила. Тварь тупая. Ах ты тварь! Куда они летят в стену? Что за тварь? Стратосферу улетай. Вы все сдохнете таким темпом. Ладно, это не удивительно, у меня такой каждый день бывает. Это не удивительно, она так каждый день делает. Я пошла дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, идем. Что это у нас такое? Ребенок. Ребеночек. А что здесь ребенок делает? Какой ты милый. А ну-ка отошу от моего сына. Я же мамка. Я же мамка, режим активирован. Бабра. А ты не... А лучше бы так не говорил с бабкой Зинкой. Она же бессердечная, она может и мелкого убить. Дело. Оп! Через проеб. Ой, это я сама. Хай! Раз! Раз! Хай! Хай! Вы дура, девочка, вы дура, бабушка. Ах, только ты маленький, саменький. И я пошла. Ну, про что я говорил? Мне надо идти дальше. Ура, портал. Ой, я приехала, иду, конечно, в Кудяте. Да, что, че, можно без очереди? Нельзя. А ну-ка, ну-ка, вы бабушке. Понял. Ты, а глобус тупой, я следующая. Уэ! Юху! Как хорошо спинку бьет. Куда? Все пошли, а меня не бьёли. Я за вами. Юху! Летим! What the free, what the free, что это такое? Куда она летит? Ух, как спинку выровняла. Йо-хо! Шо, больше ты в остаток вонючек, чтобы мне не попалось на глаза. А что ты здесь делаешь, милок? Ты мне сегодня с вами машину, мне пришлось покупать такую маленькую бибику. Понимаешь? Поэтому... Ну все. Зря, зря, зря. Раз! Ты сдохнешь. Я не хочу умирать. Но не бы. Эскен Джонни, блин. Теперь машина. Сейчас подвинем кое-куда. На лицо у доктора. Расстоялся. Драндулет его расстоялся. Раз. Два. Три. Два. Норм. Ну что, а я поехала домой. Что? Домой? А вообще у нее есть дом? Ба. Странно. Раз, два, три, пим. Конец. Конец. Вторая часть скоро. А это какая? Ладно. Ой.
Как хорошо за окном жить на самом последнем этаже. Понятно. Так. Зачем она дома сфигачила? У тебя соль есть? Нет? Иди нафиг, соседи тупые, значит. Так, что тут есть у нас? Понятно. А что у меня пол подъезда больше нет? Да и пофиг. О, соседи соль гоните. Нету соли. Ну теперь ладно. Теперь все лагает. Я пошла. Так, пропусти меня. Я пошла, я сильная баба Зина. Сильная баба Зина? Люблю корзины. Сильная баба Зина, не люблю корзины. Ой. Уи! Ла-л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 а. Иду я до туда. Ла-ла-ла-ла-ла. О, чья это машинка? Ну все. А тут самый доктор. Я тебя тащу, сама прошу машину. Новой моей. Раз. Два. Ва! Ах ты, дебилой! Вонючий! Ай-ай-ай! Мама! Ай! Ай! На, получай! Это что-то за... Уже доктор так странно настроен, орёт, то есть. Ты тупорылая какашка. Ю-ху-ху. Ю-ху-ху. О, привет. А ты что здесь делаешь с пушкой? Ничего, я тебя пристрелю, тварь тупая. Ты меня в прошлый раз одолела. А сейчас... Нет! Это что за пушечка? У меня, блин, побольше их. А, тогда я для тебя... Так, все, мы продолжаем. Стреляем в небо. Пим. Ну и что ты для меня подготовил? Вот эту пушечку я подготовил. Да, ну что, она опять что-то наоборот лежит. Для тебя. Тупая. Ай! Ой. Где я? Я пропала. Где бабка? А, ладно. Тупая пушечка все равно была. Я пошла. Уи! А что с ней стало? Почему она черная? Все равно ты мне уже больше ничего. Со себя уничтожил. Давай уходи, а я пошла на речку. Думаю, вымоюсь там по дороге. Блюм! Оп, я пришла. Ну и что у вас тут есть? Я пришла к вам в гости. Она хороший ужин. Ладно, я же на море, какой ужин. Кукурузу у нас больше не подают на море. Ну чё, когда я дойду до берега? Опа! Чё утопленный? А ну-ка, бабка, свали отсюда, я здесь кайф подрабатываю. Места все заняты. Ты чё, как со старшим разговариваешь? Дебил тупой! Ай! Понимаешь, дебил! Лились сюда, ты тупой! Свалил. Просто взяла, чела убила. А я пошла баба Зина по корзинам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А их-то за что? А за что их? Это ты, да? Да, я сам богатый здесь. Боржой. Меня не будете трогать? А ты не тот полицейский с корабля? Нет, это мой брат был. Я добрый. Ладно, живи. Я поплыла дальше. Стоять. А чё меня опять? Только уже куда-то другое место тянет. Уа! Ой, где я? Ладно, пойду прямо. Ю-ху, ю-ху, ю-ху. Ту-ту-ту, напилинг ножек. Это кто такие? Четвертый смешной. А вы кто? Да-да! Мы те друзья твоего деда, который хотел тебя убить из-за того, что ты сама себя убиваешь. Шутка. Это просто ежедневно. Это нормально. Мы всегда возражаемся.
Вот дед не смог. Шутка, он смог. И он где-то в другом месте. Мы достанем кое-что, что поможет убить тебя. Что ты достанешь? Ой, я забыл, что я хотел достать. Дайте собаку, пожалуйста. Это не собака, это Кори. Боже, зачем она собаку убила? Я не пойму, что там был дед. Ой, дед, прости. Ага, а теперь ваша очередь. Дурацкие малолетки. Все, я пошла дальше. А это что, озвучка была? Это озвучка. Ну, здесь на монтаже. Все, я пошла дальше. Все, я пришла. Ну и что? Это ты? Да, помнишь меня? Как ты меня убила в первой части, Даша? Видишь, как ты в первой части меня убила? Смотри, у меня есть самый сильный предмет. Это вот эта шляпа. Это шляпа того человека из параллельной реальности, который я помог, который очень сильный. Если я надену эту каску, то я стану бессмертным. А если я себе ее сниму, то станешь смертной. Да. А теперь... Ва-а-а! Влад, давай с этим уже кончать. Я тебя хочу убить. Слабый удар. А я знаю, чем тебе ее разрядить. Ты все равно умрешь. Нет, ты... Ага. Повернись и глянись на солнце. А, что, я свои очки потерял бы. Женуль, можешь найти их? Конечно же, нет! Нет, где моя шляпа? То есть каска? Ты где ее спрятала, дура? Я ее отбросила туда, где ты ее никогда не найдешь. В другую реальность. Шутка, просто я ее... Ты куда, в рай, что ли? Откинула куда-то туда. Ну, я не знаю, куда, поэтому... Пора твоей смерти. Нет, твоей! Слабый удар! Она убила деда. Она убила деда. Она убила деда. Пим! А вот тот слабый шприц, который его сделает сильным. Я его лучше уберу к себе в карман. Все. То есть просто удалю. Да. А теперь пора к порталу. Портал только далеко. Где портал? Поэтому я через другой портал пойду. Оп! Эй, дома! А ты еще кто? Интересно, кто это? Что? Ты кто? Скоро. А что это за скоро? Понятно. В ролях баба Зин, в ролях баба Зин, дед тупой грабитель, шайка тупых бомбил, монтажер. Монтажер кто? Монтажер-то кто? Все, объясняйся, кто ты такой вообще? Ты со мной шутки будешь играть? Понимаешь? Ха! Что это такое? Куда он пропал? Я за ним. Воп! Все хорошо у нас. А ты кто? Ты кто такая? Я баба Зина, самая популярная здесь. Вы та самая баба Зина, которая может всех убить? Да. Да. Понятно, но я тебя сама одолею. Да что они так говорят-то? Они не считают, что я одолею, это нифига. Всегда мечтала это сделать. Оп, оп, на! Слабый удар. Бабулька такие удары не уважает. Слабый удар.
Свали отсюда. Я... У него всегда слабые удары. Еще другого чубрика. Тупой удар, точно. Сделаешь, бабка тупая. Я тебе не давал сюда заходить. Это моя база. И там моя была дочка. Хе. Ты что творишь, внучок? Внучок, а знаешь, что я умею? Помнишь меня? Ой! Будешь знать, как меня бить. Боже, она всех на своем виду убивает. Ху! Ой! Все, надо идти куда-то дальше. Он, наверное, в той стороне прямо, где лежит труп. Понятно. Назад. Хуи! Ты! Выу! Слабый удар! На! Выу! Кстати, я знаю, как это переводится. Ты сейчас уйдешь через портал? Вот какашка! Я за тобой! Я-то пришла! А это еще кто такая? А ты что здесь делаешь, Марина? Я здесь ничего не делаю, урагиня моя. Я достану кое-какое оружие. Хотя бы... какую-нибудь пукалку опять достанет. Для тебя они не действуют. Но я убью тебя сама. Свали отсюда лучше. Мне-то вообще ни сейчас не нужна. Почему? Я хочу за другим существом. Пошла отсюда надо. Ай! Больше ты мне не нужна. А я пошла дальше. Боже, крик смерти. Куда? Ну и где ты? О! Ты, кажется, на том береге. Я сейчас до тебя достану. Где твой сердце? Она куда-то улетела. Я на головой. Я тебя не впущу. Стоять. А он твой? Я не поняла. Да, это мое существо. Я его направил на тебя. Чтобы оно убило тебя. Но оно не может понятно. Тебя убить. Поэтому... Заткнись. Даже Ай не успел сказать. О, бомба. А чё ты такой коричневый стал? Кажется, телепортацию тебе делать немного по-другому. Ву-ву-ву. Кажется, это бомба, которая поможет тебя обезвредить, да? Пошёл нафиг. Ву-ву. Ву-ву. Он сейчас подорвётся или... Ну да. Убьешь ты меня. А теперь надо отправить тебя кое-куда. Оп. Сам подбросься. Дед. Даже сам дед подгорел. Надо это окончить всегда и навсегда. Чтобы больше этот сиреноголовый до меня не нападал на меня. Лети в воду, тупорылый. В воду. Короче, на тебя мне пофигу. Пофигу. Сейчас я кое-что... Он же весь обгорел. Хотя, ты уже палка какая-то, мне ты нафиг не нужен. Прощай, дед. А я пошла отсюда. Она пошла отсюда. Лучше всех спасать. Хоп! Вы сейчас моего друга старого, который сейчас летит в космос. Это ты? Петь, это ты, что ли? Да, я вернулся. А где твой дом? Да я тут со всеми сражался. Давай, пошли играть, как по старым временам. Телепортнемся? Давай. Я первая. Оп. Я второй. Оп. И куда? Ой. В ролях. Баба Зина, Сиреноголовый, Сиреноголовый, Дура, Дед, Дружбан, Петя. Всем спасибо, что вы пришли все на мой день рождения. Вы. И ты даже, Марина. И даже грабитель какой-то. И мы будем сегодня праздновать мой день рождения с моим столетием. Ю-ху! Столетием? Что? Во! А про меня забыли взять с собой, да, на вечеринку? Чего? Ты опять выжил? А, неужели он сейчас выстрелит? Только он опять наоборот его держит. Я не понимаю, почему это так происходит. Да, а теперь... Во всем кирдык! Бэм! А нет, правильно. Опять? Да.
Тебе кирдык еще сейчас будет. Слушай, смешно. Ты готова? Ты к себе готова? Прощай. А теперь хоп. Сейчас. Тебе будет полный тачдаун. Ай! Раз! Оп! Прощай, бабка! Ой, сейчас. Прости, бабуль. Раз! А это ты еще защищаешь? Отойди лучше. Ты убил моих друзей! Поэтому а там тебе девка сейчас выж... будет кирдык. Там девка выжила. Он чёрный. Моих друзей! Поэтому тебе сейчас будет кирдык. Ой! Опять она в каждой всё. Серии убивает одного и того же деда, а он выживает и все. Сдохнем. Пульт от ядер. Сдохнешь наконец, ты сдох. Ура! А я телепортуюсь. У меня друзья опять возродятся. Даже мои враги. Ну я пошла на пляж свой день рождения праздновать. Поп! Но я ее убью, эту бабку. О, привет, внучек. Да ты что, ты ее не убьешь. Да опять ты здесь, на! А ты-то ты зря. Фу. Так, все. О, а ты что здесь делаешь, треноголовый? Ва-ва-ва-ва-ва. Привет. Что ты говоришь? Я кринж. Пошел ты. Нафиг, тупой сиреноголовый. Ты теперь вот свою защитку потерял. А я пойду. Можно надо сиреноголового убивает. Поплаваю. У-у-у, хотя пойду на массаж скажу, а то я давно там не была. И опять она там всех убьет. Все, я полетела. Хлюп! Поберегись! Да только не трогай этих этих людей. Я у тебя пропустить тебе из очереди. Пошла нафиг, бабка. Ах вы. Ай-яй! Все. Ну, блин, все это их тронуло. Теперь я нормально могу сходить. Так. Так, прыгаем. Оп! Юху! Куда она улетела? Так. Бошки ли там всякие лежат внизу. Все, я домой пошла. Ну все, что ли, так, так мало? Плюм. Ой, перепутала. Плюм. Все, я пошла. Тут-тут-тут-тут-то. Лучше пойду, я теперь возле горы живу. А ты что здесь делаешь? Я хочу с тобой сыграть в игру. Ладно, шутка. Хочу тебя просто убить. Дед, у тебя это не получится. Пошел отсюда. Ладно, давай. Так, тебе есть все правила. И ты будешь жить на этой горе только своими правилами. Первое правило. Первый факт. Свали первый факт называется. С моей дороги. А я спать пошла. До свидания. Оп. В ролях друзья, старый дурак, баба Зина, тупой преступник, сиреноголовый. Ну, думаю, можно про... Оп. Котные тяги меня к тебе протянет. Ой. Это что, отсылка на Халибама? Привет, доктор. Привет. А давай с тобой уже дружить. Например, вот так тебе. Смотри, мне не хочется тебя опять... Мне не хочется тебя убивать, поэтому... От машины башкой. Все. Я твою машину забираю. И поэтому я прыгну немножко. Хоп! Блин, какая я сильная. Что аж машину целую сломала. Ладно, все, я пошла. Туда. Тут-то-то-то-то-то-то. Бархатные тяги меня к тебе прям тянет. А ты кто? Да блин, чё у вас у всех монстров такой язык странный?
Не, ну ты вообще охерел. Раз, два, три, четыре. Все. Я дальше пошла. Лучше на пляж. Плюм. Так, где я? О, огромный. Я тебе не паучок, понимаешь? Это что, из Half-Life, мужик он не синий, а сзади, или мне кажется? Зина, мы должны тебе отомстить за твоего мужа-деда. Поэтому... Я крутой. Боже, ее там все пытаются убить. За этого сраного деда. Зина! Ой! Нет. Она их в ответ убивает. Нет. Ой, больно как-то вообще-то, баба Зина. Нет, я не больно. Ай! Ой, улетела. А теперь твоя очередь. Ну что ты мне сделаешь? Ты не бессмертна? А я... Да, даже Ай не успел сказать. Моя любимая фразочка. Я полетела дальше. А, я, наверное, не туда улетела. Все, на море. Хоп! Ой, не то выбрала. Хоп. Мда, иду я в конец своей жизни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, понимаешь, ай! Понимаешь, ты понимаешь, понимаешь. В моем репертуаре что-то сегодня. Так, тебя не смущает, девушка? Ну что, опять убьет их? То есть, бабушка, что вы здесь стоите не одни? Вот ты меня бабушкой назвал. Ой! Ой! Поняли, тупые. А я пошла купаться. Ой, портал нечаянно сейчас нечаянно, чтобы портал не сработал надо. Блин, портал сработал. Прикинь, ты видел эту бабку самую, которая всех могла размотать? Ого. Напоминает, как из какого-то блогера. Наверное, она от него вдохновлялась. Чего, блин? Э? Ой. Ты ее видишь сзади меня? Ага. Ха! Ой. А за что она их убивает опять? Моя нога. Опять мне придется одежду пачкать. О. Ой! Свалил. Твоя очередь. Ха! Ай! Достали уже обо мне разговаривать. Все, я домой пошла. Уи! Так, что вы у меня дома делаете? Что ты затролла? Мы хотим тебя убить новой разработкой твоего деда, за которую ты точно умрешь. Как? Ну, я сомневаюсь, ну ладно. Я верю. Ща кожу достану. Хэ-оп! Ну, где вы? Блин, смылись. Ладно, сейчас уберу пушечку и все будет хорошо. Так, все, я пошла. Ха, спать. Бам! Стойте, напоследок. Все, теперь я точно спать. Ха! В ролях баба Зина, тупые друзья деда, два тупых друга, опять тупый грабитель, синий чубрик, странный доктор. О, опа, здравствуйте, а вы кто все? Оди, ты опять выжил? Да, это все мои прислужники, и они сейчас, если я сейчас стрельну, то они все побегут от тебя. Убью! Почему этот дед пытается убить бабку? Такая... У него не получится. Файт! Там из Наруто есть челики. Ах вы, блин, а тупые! Ай-яй-яй! Что это за такие звуки? Ай! Блин, вы слышите вот эти? Там больше сейчас вот эти звуки. Тебе сейчас будет кирдык. Уа! Пошёл нахер!
Ты сдохнешь. Про деда да, про бабку Зинку нет. Пошла нафиг. Нет. О, мне больно как-то. А бабка похер, больно тебе или нет? Ну сейчас сдохни, ты за него был. Ладно. Уа! Пощади меня. Ай! Тебе кирдык, дед. Только посмей меня тронуть! Ай! Дебил! Боже, она его опять убила, этого деда. Вы, блин, напали на меня целой толпой. Я пошла. Фылем. О, а что я в машине делаю? Я хочу сыграть с тобой в игру. Сейчас ты сдохнешь. О, машина заводится. Не заводи машину! Сейчас она забьет его. Только не это! Ой. Не все колеса завела. Ой, подожди. А, не. Все. Ой. Ай. Ва. Блин, а. Фигня, не машина. Ай. Ой, все разгромило вообще, все. Нормас. Пощади! Хм, пощажу. Я пошла покупаюсь. Уи-пы! Как кайфово здесь, как кайфово здесь. Хлёп! Ой! Блин, моя рука! Ай! Ай, меня раздевают. Всё. В этот раз поёт нормально на машинке своей. Теперь надо поставить что на палку и включать. Она впервые на машине едет. Машинку. Блин, вторую включить забыл. А что она не включается? Потому что она не заводится, скорее всего. Так, бесит уже все. Вот все, поехали! Ё-моё! Ну нафиг! Офигеть, я здесь разбилась. О, блин, а. Не машина и не сердце здесь. Мамуль, сердечки есть? Ты что, скромник, что ли? А ну-ка, всем щегани, мы гопники, здесь все мы главные на райончике. Шадов. Они самые главные на райончике. Хэ-оп, хэ-оп. Самые главные на райончике. Им не надо, ей не надо, им не надо к бабке лезть. Не зря хранила все время твой миниганчик маленький. Бабуль, не надо! Ай! Давай! Я живой, бабуль! Я тебе сейчас лицо сломаю, бабулька! Ты маленькая дурка! Бабка опять их всех убила. Будете знать, чем мне угрожать. Всё, сейчас уберу это. Всё, я пошла. Прям. Прикинь, мне надо найти новую жену. Это кто, Стив, что ли? Это что, Стив? Где? О, Тёмочка, привет. Хочешь со мной уйти? Тебе не слышат, кто я? Ну и кто ты? Твоя смерть. Не, Стив был бы сильнее. Если бы это был Стив, он был бы сильнее. Офигел вообще. Всё. Я полетел. Уа. Уи. Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля. Бархатные тяги меня к тебе так тянет. И я не понимаю, от чего страдаю. Мне так грустно. Ссылочка на Холи Бамчика. Надо с Холи с Бенчиком. Сердце крикингов Тома. Уи-у-у-у. Опять ты. Уи-у-у-у. Переводчик с этого языка. Ты кринж, это и такое всегда было. В переводе кринж — это испанский стыд. Тебе сейчас будет кирдык. Ну что, такого не ожидал? Уи-у-уи-у-уи-у. Уа! Она сжигает зеленоголового. Все, убираем. Ну, все, я ухожу.
моим. Понимаете, мне надо найти мою подругу. О, привет. О, привет. О, это ты что ли? А правда говорили, что вы в космосе как будто летаете? Ну да. А в реальной жизни так можете? Ну вообще-то... Понятно, да-да-да-да-да. Все, давай, лети. Нет, она своего друга убила. Ты что творишь? Я сейчас умру. Вот и помер дед Пётр, и с ним была вся сила. Нет! Так, все, я проверить пришла. Ну, вроде все нормально, я ничего без очков не вижу. Ладно, я дальше пошла. Уй. Бэм. Да, я готов убить эту дуру. Да, эту бабку будет... Боже, они все думают, что они убьют эту бабку. Они что, до сих пор понять не могут, что ее убить нельзя? Ты. Ай. Ты что, упал? Вон, даже когда она на дом садится, ее да, дом выдержать-то не может, а ты-то пукалки свою убить пытайся. Так сильно, блин. Ты же видишь, какой у нас шатучий дом. Да ты что, мы уже поняли. У меня, а у тебя. Она полом дом ломает башкой своей, а ты пукалкой думаешь ее убить. Да, ага, сейчас. Че, опять меня убить решил? Ага, новым способом. Пошел нафиг, тупой доктор. Ой, нет. Нет. Стой, я с тобой. Мамой сфигачила. Дом за 1 000 000. Ты поплачешься, бабка. На 1 000 000? 1 000 000. 1 000 000. Чего? А чё я так уплачусь? А ты и так сдох. Ладно, если он бы стоил 1 000 000, то почему он такой маленький и он так не держится нифига? Пошла. Всем до свидания, всем пока. Так, в ролях Баба Зина, влюбленная парочка, сиреноголовый, тупорылый грабитель. Тупый врач, тупые гопники, дед. Понятно. Ля-ля-ля-ля. И да, последняя серия первого сезона, то есть. Ля-л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 я. Кстати, почему у меня телефон звонит? Так, алло. Я тот самый дед. И я убью тебя. За то, что ты каждый раз меня убивал. Тебе хердык, понимаешь? Конец. Дед вообще... Дед его почти убивает в каждой серии. Он до сих пор не может понять, что ее убить нельзя. Пока давай. Я тебе не верю. Это очевидно, что она ее не убивает. Потому что она его каждый раз убивает, а дед понять до сих пор это не может. Встречаемся у холма в 16:30. Ладно. Так, ладно. Отключаюсь. Все. Так, нафига он мне позвонила? Уже же так-то странно. Ну, я его уже много раз побеждала. Ладно, надо будет куда-то телепортироваться. Сейчас 15:00. У меня еще есть час. Телепортируюсь на море. Хи-оп! Так, где я? Да, я на море, все. Я иду, гуляю тут. Кстати, что там делает корабль? Интересно. Все, сейчас я залезу, и все будет хорошо. Так. Ой. А что с тобой случится? Нечаянно упала. Почему он потонутый? Офигеть. Так, тебе сейчас мой кернык. Я бабка Гренни. Бабка Гренни, ты вообще, да, вообще мы ее всегда вообще. Поняла, мое место быть самой сильной. А это мои прислуги. Ты че, прислуга, тонешь, дурацкая прислуга?
Пацану вообще надоело жить с этой бабкой. Он утопиться решил. А там еще та моя прислуга. Мы тебя точно все поведим. Мы друзья твоего деда. Все, мы залезаем туда. Мы будем тебя отсюда убивать. Ты тупая швабра. Все, тебе скоро будет кирдык. Не так я не думаю. Прощай. О, нет. Все, побеждаем. Даже ай не успели сказать. Фух, какие они слабаки. Фух. О, еще тут. На. Ой, а что я здесь делаю? Почему я сюда телепортил? Ай. А, что я так упал? Он опять убьет она его. Что их? О, привет, бандитчик. Привет. А, это бандит. Ну привет. Мы хотим тебе все отомстить. Мы дали деду тот самый сильный клей, чтобы он заклеил каску, которая должна тебя убить. А, понятно. Ну ты так тварь. Ай, ладно. Ты умрешь, понимаешь? Ты умрешь, бабка. Так, давай уже не прикрывай, а то она сейчас все узнает и убьет нас. А вы думаете, если я вас сейчас убью? Стоять, что? А я об этом тоже не подумала. Нам сейчас будет кирдык таким темпом. Реально? Да вы что, вы наконец-то это поняли? Ну все. Мы готовы умирать? Ну все, прощайте. Вы сейчас умрете. Ай-ай-ай! Ну все, сдохните, твари тупые. Достали уже. Ай! Бабка и тот вас убивать надоело вас убивать. Вы до сих пор понять не можете, что ее убить-то нельзя. Чтоб вы когда-то сдохли, тупые твари. Они уже сдохли. А я лучше пойду в другое место. О, меня тянет к холмам, что? Так, что я здесь делаю? Почему я здесь? Ну, привет, я убью тебя. У меня есть та самая каска, которую я мог дать. Я сейчас тебя сама убью. На. Мне кажется, это переозвучка этого видео. Странно, почему-то человечки не подходят. Слабый удар. Моя очередь, так говорит, на. Ай, где я? Нет, ты получай, на. Подожди, ты у меня прилагнула или что? 3:35. Ля-л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 я. Кстати, почему у меня телефон звонит? Так. Ай. Ты получай. На. Ай. Слабая ты стала после того, когда я получил только самую каску. А вот и нет. Но я к тебе пойду. Дура. Я достану то оружие, которое убьет тебя с легкостью. И ты умрешь. Не в этот день. Нет, это видео звук от видео. Это видео от звука отстает. Я тебя сама убью. Так я тебе и поверил. Ты понимаешь, ты никто. И ты никто. Все, тебе конец. И думаешь, ты меня эту пуколку убьешь? Да. Прощай. Реально звук отстает. Чай. О! Давно меня не убивали. Но это еще не конец, тварь. Бабка страдает! Бабка страдает, бабка это, урон получает, кровь течет. Нет. Ха-ха, ты умерла, дура. Я уже увидел. Нет, я еще не умерла. А такого ты не ожидал? Мне эта пуколка нипочем. Чего? Как это возможно? Ничего. На! Мое оружие. Какого фига? Ты не имеешь права меня его отбирать. А ты не имеешь права меня убивать. На, получай, ты умрешь. Хм. Слабый удар. Я возьму твое оружие и тебе кирдык. Думаю, им тебе каску снять будет легче всего. Пожалуйста, не надо, пощади меня. Ну да, пощажу я тебя так сильнее. Ой, не попала. Первая пощада. На раз, два, три. Сбегай уже. Я не сбегу, я все-таки тебя побегу. Я тебя выиграю все равно. Я же в своей каске до сих пор. Ага, нет.
Ай, что ты сделала? У меня сняла паук кожи. Я не могу теперь так с тобой разговаривать. А мне пофиг. Я тебя убью окончательно, но не этой пуколкой, а нормально, по-женски. Прощай, и сейчас я тебя убью. И что ты мне сделаешь? Я сейчас сам тебя... Ай! Прощай, на! Все, ты умрешь навсегда. Бабка победила опять. Ха-ха-ха. Будет знать. Так, а где та самая каска, которая там была? Так, где каска? А, вот она. Что это такое? Каска пропала. Как это возможно? Что? Ну, она же не умеет телепортироваться. Она же не живая. Наверное, в свой мир ушла, что ли? В параллельную реальность? К тому самому человеку Дарфплей? Ладно, я пошла. Всем до свидания, мои ребята. Я пошла. Так, в ролях. Тупая бабка. Ты что, про себя? А, лучшая баба Зина, прислужник тупой бабки. Это тупая бабка, это Гренни, проигравший дед. Ну и все. Конец первого сезона. Режиссер Кирилл Плей Ужасы, сценарий Кирилл Плей Ужасы, вдохновение Ладарф Плей. Это кто такой? Кто-то ему... Так. Кто-то это написал? О! Опа! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Эх! Так, это что, трейлер? Мне теперь нечего делать. Так, стоять. Мне кто-то звонит. Привет. Приезжай на холмы. Устроим вечеринку. Это твои друзья. Там будет Петя. Кирилл Ужас представляет. Эх, хорошо, что мы с тобой помирились. Обычный день. Ага. Нифига не в бошку прилетел сейчас. Ага. Что это случилось? Ты? Конец. Беги, я их задержу. Баба Зина. Нет. Ай, что произошло? После... музыка появилась. Вчерашнего. Мне пришлось только себя восстанавливать. Опять мне кто-то звонит. Встречаемся. Привет. Давай встретимся с тобой на холмах. А ты вообще кто? А, я один из главных. Там твои друзья все будут веселиться. И петь. Ладно, по рукам. Так, все. Начинаю. Пойду туда, на холмы сразу же. Прям. Где я? О, ну привет, врагиня. Давай лучше померимся с тобой. Будем как в детстве мы с тобой дружили, помнишь? О, ну давай я. Так как у тебя там жизнь, нормально все? Да вообще прекрасно. Я тут пришла, мне позвали на вечеринку. Другие друзья там. Петька тоже там твой любимый дружок. Так со мной не разговаривай, а то я знаю, как тебя вырубить. Подруга! Подруга! О, обнимаемся! Так, ладно. Че, как у тебя там дела? Нормас. Ну, ладно, ее сейчас застрелит кто-то, реально, сейчас застрелит. Ну да, мы еще так сильно не поздоровались, а то, может, у нас обух оружие возьмется. Так, что у тебя дела, норм? Да вообще прекрасно. Вернуть бы те времена, да, когда еще не было этого сумасшедшего. Это ага. Про кого, про деда? Или про кого-то другого? Что происходит? Ты? Ну привет. Думала, что ты меня так сильно убьешь, и я сразу же умру. Да нет, я ожидал другого. Ты придешь из рая, твой дух придет, насрет под дверь этой бабки Зинки, да и все. И кстати, один подарок. Тебе сейчас будет подарок.
прощай. Чего? Я за тобой. Петя, он там наверху. Помогите, меня хотят убить. Они хотят меня взорвать. О, а вот и пришла. Извини, но нам придется тебя убить. Приказал твой муженек. Понятно. Он всегда все приказывает. Ах ты дура. Ты как сказала про меня? А! Первое. Кто второе на меня полезет? Мама. О, бандичок мой любимый. Выйди сюда. Ты меня убивать не будешь? Конечно же нет. Ай. На. 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 Сдохните. Я убью твою. Ха-ха-ха. Он умрет скоро. Так не говори про моего друга. Понимаешь? А сейчас что с бомбой-то будет? А, пошел нафиг. Дура. Ах ты. Ну, привет. Пожалуйста, пощади меня. Хотя... Ай, почему мне так больно? Стоять, что-то летит. Я уничтожу, придется уничтожить всех, кто там будет сзади меня. Они скоро все придут. Беги. Какого фига? Вот это я тебе объясняю. Я взорвусь. Чего? Беги. Ладно, прощай. Прощай, земля. Стоять. Трупы потухли. Да я иду к тебе, бабазина. Нет, он не взорвется никак. Стоять. Нет. Иди сюда. Нет. Ты будешь остаешься живой. Нет. Нет. Нет, я доберусь до тебя. У меня почему-то болят ноги. Нет. Нет. Топ смертей вынимаю. Нет. Ну как? Я не ожидала такого. А, так он выживет, он же с высокой высоты падал. До конца. Нет, 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 нет. Ну все, дед, я пойду к тебе. Ты умрешь. Ты умрешь за эти гибели. За всех моих друзей. Кажется, это конец. Я там нашла. Где там он? Все. Я не буду ждать и залезу к нему в базу. Привет, кукушки! Опять! А ты что думала? Что, я здесь буду без охраны сидеть? Да, на троне. А ты поверь. Да, конечно, на троне. У меня было таких много масок. И такие, которые у меня уже не могут действовать. Я их выкидываю и сжигаю где-то. Ах, она как будто не справится с этими всеми. Ты старый фиг. И если я уничтожу все эти каски, ты больше можешь не возродиться. Конечно. Ну, будешь знать, значит, сейчас. Это что такое? Что это за голос? Кушка. Ах ты тварь! На! 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 Покрашусь немножечко. Ты что, офигел моего братана? Ему 24, он тебя старше. Мне 85. Ой, блин. Не урыл, а закопал. Муж, простишь? Ты чё, охерела моих друзей убивать? Он говорит, всё, чи! Ну ты последний остался. Мы же такие же, все одного. Мы же такие же все одинаковые.
Мы же все такие одинаковые. Твоя очередь, старик. Думаешь, что ты меня убьешь? Маска. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Нет! На! Шляпа не на того, не на него оделась. Что это такое? Ты бракованная шляпка! На! Ну, дед, ты должен умереть за такие деяния. Я уничтожу все эти маски, то есть каски, одним махом. Оп! Так, ну все, я пошла. Крышу взорвать хочет. Окончательно, я уничтожу всех. Нет. Всех, его и все, что он создал. Прощай. Шляпки горят так медленно. В рулях злой дед, прислужник деда, баба Зина, Петя, продавщица. Зачем год? Год. Чё это там за сияние? Чё произошло? Взрыв произошел, что? Ё-моё! Вот это взрыв произошел. Сильный тогда. Ладно, стоять. Чё мне опять звонят? Опять этот дед. О, привет! О, привет! Давай! О, привет, сестренка! Да, привет. Давай ты сегодня ко мне придешь на день рождения. Ладно, давай. Сейчас идти. Да нет, пока что только в 16:00, дед, приди. Капец, как поздно. Ладно. Ладно, я пошел. Уй! Пэм. Эх, когда она будет сюда лететь, эта баба Зина, то она точно услышит этот звук. Что? Короче, сразу заработают эти пилы. Да я... Опять этот грабитель пытается ее убить. Не получается. О, привет, преступник. Давай я уж тебя больше бить не буду. Давай ты ешь мой массажик. А я помню, какой у меня был массажик. Сейчас вспомню. Да, он где-то там слезет у меня вопросик. С массажем моим. Все, давай иди сюда. Ту-ту-тум. О, как хорошо. Ты что, не умираешь? Ой, как хорошо тебе, да? Да. О, а ты хочешь попробовать массажик? Да не, я даже поворачиваться на него не буду. Я себе что-то ноги поцарапал. Ой, да это не страшно. Иди себе нормальный массажик сделай. Ладно. Ай. Тебе норм? Нормально, значит. Ладно. Стоять. Нормально, да, ему нормально. Уже время идти к своей подруге. Ладно, я пойду. Все, я пошла. Пэм. Вы всем спасибо, что вы пришли на мое день рождения. Да, конечно, такой богатенький столик. Так, я сестра бабы Зины, я ей могу пожаловаться, она тебя опять убьет. Молчу. Сейчас она к нам где-то прилетит. А, я нечаянно немножко ломалась платье. Сразу не пугайтесь. Да как я испугалась, бабушку какую-то. Уа, поберегись! Ай! Ай! Больно как-то. Это что такое? Ты что, дура, что ли? Блин, что ты меня дурой обзываешь? А я лежу, валяюсь в ней. Не люблю алкашей, не! А ты такой же, как дед, и не хочу, чтобы все были. Ты что, дайте я...
А ты такой же, как дед, и не хочешь, чтобы все были. Так, все, дайте я их выкину за борт. Здорово, сестра. Вот так тебе сделаю. А то что у тебя тут все развешено? Вип какой-то. Привет. Почему ты каждый раз мне все рушишь? У тебя есть атомная бомба? Да нет, я слышала. Показывай, подарем еще раз. Мой корабль. Этот корабль уже четвертый по счету, который ты мне сломала за неделю. Да. Вообще-то меня этой недели не было. Почему? А, на прошлой неделе ты мне сломала 4 корабля целых. По 1,5 миллиона. Даже вроде 400 кораблей я. Я даже забыла уже. Потому что их столько уже покупал мне муж мой богатый. Да блин, я, блин, тут со своим мужом опять дралась. Его все маски сожгла, а теперь он точно не вернется. И только что от взрыва долетело обратно. И ты мне потом позвонила. Я ничего, на челика какого-то сбила. Ладно, я здесь постою, а ты пойди погуляй. Ладно. Думаю, ты будешь еще со мной дружить после того, если я у тебя найду атомную бомбу. Молюсь, чтобы ты ее не нашла. Ту-ту-ту. Так. Все. Блин, бутылка тупая. Понятно? На-на-на-на-на-на-на-на. Че я здесь оказалась? Ладно, продолжаю дальше. О! Стоять. Она говорила, что тут есть атомная бомба. Так, пожалуйста, не трогай атомную бомбу. Нам по 68 лет. Ты уже, блин, ведешь себя как новенькая. Ну что? У нее же вот недавно был день рождения, столетие. Я не помню, сколько мне лет. Мне точно не 68. Я не помню, сколько. Так. Да ладно. Бомба там, где-то внизу. С той стороны. Не внизу, то есть, а где под VIP. Хе. Под VIP? Спасибо, что сказала. Блин. Заранее надо сломать себе бошку. Бомбочка, я иду к тебе. Так, что тут у меня есть? О, бомба. Хорошая. Сестра! А, я еще живая. Ты что, себя убить опять решила? В рай отправиться? Да. Ну, сейчас будет кирдык. Раз, два, три. Нет. Это что такое? Раз, два, три. Нет. Ой. Вот это меня в стенку впечатало. Раз, два, три. Нет. Ну что такое? Впечатало. Фух, что это сейчас было? А что с моей подругой? Почему из нее попкорн сыпется? Жалко подругу. Такая хорошая была. А что там с корабля осталось? Ёшкин кот. Все сломала. Горит дальше. Ладно. Все. Ну, крик этот угарный был. Я пошла. Ю. Хоп! Блин. А, мои ноги! Сестра! Мой корабль! Хэнт в ролях нет деда, сестра Бабы Зины, Баба Зина случайный дебил, снова тупой преступник. Хэнт. Ай, что произошло? Так. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл. Мы посмотрели реакцию на все серии Бабы Зины. Так что, вот, видите, что с моим аватаром все нормально. Вирус отступил обратно. Вот. Ну, есть тут еще вот это. И вот это. Мистер Бомбастик, бомба фанта. Короче, всем спасибо за просмотр, всем пока.